Привет, добро пожаловать на мой канал, и сегодня у нас не распаковочка бумажных сюрпризов, а видео про «Уничтожь меня», но оно необычное, оно коллаборация с Нелли Комас. Ну что, приветик, с вами я, Нелли. Я наконец-то села снимать это видео, мы его снимаем совместно с Сережей. Вот мой блокнотик «Уничтожь меня». Он вот так, я его еще никак не украшала, но я знаю, как я его буду украшать. Я сделаю какой-то фон, а потом на него стикеров наклею. Вот, сегодня мы будем с Нелли выполнять этот разворот. Нарисую что-нибудь, используя в качестве кисти и нитки. Здесь высветится результат, который должен у нас с Нелли Гномикс получиться. Да, вам не послышалось. Нелли Гномикс. Я ее просто так называю. Ой. Вот. Так что Нелли Гномикс, привет. Листочек, на котором я буду рисовать девочку. Да, это мой план действий такой. В итоге у нас должна получиться быть вот такая девочка. Но у меня такая, конечно же, не получится. Вот, и как вам освещение? Напишите, вам трак нравится? Или же вот так, просто с окна свет? Мне, если честно, больше нравится. Я думаю, освещение норм. Вот, мне так даже нравится. В общем, нам нужна акварель и, конечно же, вода, и для этого мы будем разукрашивать. Вот опять я нашел этот разворот. По идее, мы сейчас должны приклеить эту девочку. Она вообще должна быть вот такой до конца страницы, но она у меня такой не будет, потому что я хочу здесь кое-что нарисовать.
Вот такой разворот у меня получился с «Уничтожь меня». И я не знаю, какой получился разворот у Нелли, потому что я еще не смотрел. Большое вам спасибо за просмотр этого ролика. Надеюсь, вам понравился этот формат. Всем пока-пока. Мы будем заполнять «Уничтожь меня». Он уже давно заполнил. А я вот решилась вечерком сесть, начать это делать. Свет будет немножко тусклый, потому что снимаю я в 8, в 9 часов вечера. Давайте сейчас я найду страницу, где будем и заполнять. Я взяла свой старенький телефончик, просто посмотрите на него. И вот будет вот это. Надеюсь, фокус будет. Вот такая страничка. Я наконец-то нашла разворот. Вот так он выглядит. Нарисую что-нибудь, используя в качестве кисти нитки. Я надеюсь, что у меня сейчас получится прикрепить вот таким маленьким зажимчиком. Большого я не нашла. Процесс увидите в таймлапсе. Извиняюсь за собачек, спасибо. Получилось не очень на скорую руку. А ладно, пропорции. Пропорции. А здесь буду рисовать, скорее всего, акварелью, потому что маркерами будет невозможно. Маркерами просто на полную, полностью вот так забьется эта страничка. Поэтому будем рисовать еще акварелью, а сейчас я буду обводить это все линером. Получилось что-то типа того. Знаю, получилось не очень. Да, я вижу это. Глаза у меня вышли. Ой-ой-ой. Один узкий, другой большой. Сейчас переступаем. Вау, она чистая. Да, не говорю щека. Приступаем. Та-да-да-дам. Та-дам. Та-дам. Вот так. Я не знаю, где все мои нитки от школы, со школы. Вот поэтому я решила нарисовать это все пальцем. Давайте так и сделаю сейчас. Весело как. Испачкаем пальчики. Я сделала на палитру нужные цвета, поэтому давайте. Так. Это очень страшно получается, не как на картине. Я выполнила это задание. У меня получилось, конечно, не айс, но вроде бы нормально. Сейчас мы потом еще увидим результат у Сергея Комарова. Вот это у меня вот так получилось. Все. Это идет сушиться. И далее я буду еще делать развороты, но уже так, для себя. А теперь я пошла убирать. Всем пока.